Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Евгений. Откуда вы? Из Петербурга. Расскажите нам впечатление об этом мероприятии. Ну, мероприятие, организация мне нравится больше всего. Очень четко, очень все слажено, все подготовлено. Соответственно, раньше участвовали в таких подобных? Да, я участвовал, да, раньше. Но раньше во многом было хуже. И в качестве организации, и в качестве информационности. Угу. Вот. Сейчас стали больше все-таки делиться опытом на самом деле врачи, коллеги. Вот. Потому что раньше больше скрывалось как-то информации, было больше коммерческий как-то подход. Сейчас можно и вопросы задать личные, ну, по работе. И никто не будет юлить там как-то. Ну, все ответили. А что вам понравилось все, больше всего? Ну, практическая часть, конечно, да. А подскажите, что бы вы хотели пожелать своим коллегам, пациентам? Коллегам побольше пациентов и побольше вмешательств, которые повышают как бы уровень личный, как бы чтобы достигать более таких высот профессиональных. Вот. А пациентам не болеть, да, не болеть. Но следите за собой и обращаться к нам за квалифицированной помощью. Спасибо за ваши ответы. Хорошего вечера. Да, да. Если там, я говорю, даже с одного конца подвожу до другого.